Привет! И сегодня мы снимаем, кто последний выберется из снежного круга! Кто последний выберется из этого круга, заберет 100 тысяч рублей! Чтобы все это ускорить, мы будем играть на раздевание! Что? Ого! Мы будем выполнять челленджи и проигравший снимает себе одну одежду. И сейчас на каждом из нас по 8 элементов одежды. Сейчас тепло и весело, но когда одежда будет уходить, будут выбывать участники. Ну и посмотрим, кто из нас самый крепкий и закаленный. Ну что? Челлендж начался? Да! Ну, короче, у меня есть преимущество. Я самый жилистый. У меня много жирка, который меня греет. У меня тоже есть преимущество. Я умею танцевать. Мне одежда не нужна, нужны лишь танцы. По-моему, ты умеешь генерировать кринж. Ну, этого нет. А я хорошенько подготовилась и нашла самую лучшую одежду. Самую теплую. Даже вот лыжные штаны подготовила. Мне тут постоянно говорят про шапку, типа, что ты ее не надел. Но у меня нет шапки, зато плюс одна одежда на моем теле. А? Я выиграю, ребят. Я делаю снежок. Кстати, сегодня рыхлый достаточно снег, снежки не полепишь. Сейчас самое время для этого прикола, потому что все носят зимние куртки. Короче, показываю. Снимай перчаточку, останови спиной. Надо растереться спинами. Короче, мы создаем статическое электричество и теперь пальчиками. Оп. Валит ток по пальцам. Попробуйте, прикольно. Кстати, смотрите, можно еще этот. Можно создать атмосферу экстремальную. Не надо меня туда толкать. И вот, неужели на второй минуте сейчас вылетит кто-то из вас? Кто же это будет? Никто не вылетел. Смотрите, сейчас Рию просто в подкат улетит. Я тикток танцую. Шоу подкаты. Опа! Привет! Ничего себе! Пингвин! Ёба! Здорово! Давайте его замочим! Нет, тихо! Вдруг у нас друг! Тихо! Челлендж отдай и иди! Опа! Челлендж! Я подниму! Спокойно! Какой-то агрессивный! Я взял! Пингвин! Что творит пингвин? Сломал Серегу! Иди отсюда! Итак, первый челлендж. Холодная пропажа. Найдите в кругу в снеге потерянный ключик, кто первый, тот победит. Так, стоп. Let's go. Надо найти ключ в снегах. Чистим. А это что, бонусы, наказание? Кто-то закопал. Надо искать прикоп. А где перчатки? Да, они мне не помогают, они мне только мешают. Воу, снаряды не бросаются, я не понял. Эй, не надо. Пацаны! Кто не стреляет в Риме, тот лох. Чисто девочка на перемене вышла на улицу. Я почему-то думаю, что оно где-то с краю. Я почему-то думаю, что ты лох. Он не бросает Ри. Сейчас, мне нужен ключ. Да нет, ключа, это развод. Мы тут уже забегались, тут должны увидеть, где ты были. Уже холодно. Перчатки надень у тебя в карманах. Это не мешает. Короче, я просто решил работать как дворники на машине. Не просто вот так вот рукой сгребать, а всей поверхностью вот так. Как дела? Ладно, в принципе, что торопиться? А что такое? Ты нашел? Не знаю. Ну вообще-то рука. Да ну нафиг, ты реально нашел? Опа! Лежал ключик. Я откопал своими силами каждый сантиметр раскапывал. Так, что там мне по бонусам? Какие-то чаи, может быть? Нет. Сказали только что они снимают по одной вещичке. Я отдаю шарфик, он мне не нужен. Пань, держите одну перчатку. Ты что? Нет? Ладно. Надел. Ну вот печально, если куртка пропадет. Вот это все. Ой-ой-ой. О, бонус идут. Это что? Это что, твое? Это мне? Лежал. Это мне? Да. Не, ну в принципе попу погреть можно и так нормально. Страшно, мне нужен. A few moments later. Я, короче, себе челлендж придумал, хочу достать эту палку, попытаться разморозить ее. Да, я трачу драгоценное дыхание. Вот она. Смотрите. Мне просто очень скучно, поэтому я делаю ангелочку. А я делаю свой первый бизнес. Я хочу здесь сейчас расчистить все от снега, сделать такой каток, знаете, как в школе, когда разгоняешься и по льду наваливаешь. Но надо его идеально зачистить. А сколько стоит будет? Ловить? Да. Подумаю еще, пока не знаю. Нифига подобного, я расчищаю. Это платно, иди делай сама себе. Я тут стоял, корячился. Знаю, медитирую, мне дали эту штуку, она меня как-то успокоила. Не надо мне никаких спокойствий. Подарил бы мне.
стоять! Я хотел подкаты ему сделать, но получилось. Карнаместия, карнаместия. А сейчас опять цвета собирать. И что? А что происходит? Не пон. Я его срублю когда-нибудь. Ну сейчас шарики собирать по цветам. Это изи. Думаешь? Я синий. О, я желтый. Синий. Желтый, желтый, отдай желтый. А дай мне красный тогда. Дай мне красный. А почему? Ну, у меня красная куртка. Давайте, чтобы честно было, хоровод устроим. Вокруг друг друга, а потом на счет три бежим. Понял. Хорошо. Ну, чтобы вы не видели локацию. Смотри вниз. Крутимся, 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 крутимся. Закрыли глаза. И раз, два, три. Так, 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 я какой? Я зеленый. Погнали. Так, два здесь. Ты красная, я собираю Риви. Блин. Ты что? Я забыла. Она забыла. Я забыла, серьезно. Риви, спасибо. Блин, 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 блин. Все. Отдай! Я все! Красных нету! Все, остался Глент и Риви. Ну не честно! Все! Нет, не все! Да! Блин! Риви! Салют в честь Риви! Давайте! Раз, два, три! Блин, я забыла, Серега, все за тебя! Ну все, раздевайся! Так, свою варежку я где-то посеяла уже, поэтому она мне больше не нужна, она только мне... Где же она? Реально, где она? Давайте вам можем время найти ее. Где она? Где варежка? Варежка. Не знаю, подписчики напишите. Короче, я даю свои варежки, потому что они мне, честно, только мешают в челленджах. Так, а где мой бонус? Какой твой? О, пингвин. Я первый собрал. Ого. Спасибо. Вау, представляете? Серег, поделись, я тебе помогла. Срулил! Он пингвин агрессивный, мужики! Блин, вот у него глаза добрые, а сам бешеный, он бешеный. Не трогай, не трогай, держи коробку, уходи. Зеленый цвет, цвет счастья, давай. Нет! Топ-10 предательств в аниме, что ты наделал? Пингвин, извини, пожалуйста. Но он обиделся. Но не обиделся, он мягкий. А я буду наслаждаться своим горячим чаем. Он очень горячий. Обжег язык. Знаете это чувство, да? И сейчас такой ежик шершавый. Надо успокоить его. Я тут только что ногами топтался. Сережа, ты не будешь чай? Буду. Попозже. Подожди. Попозже. Есть предложение залить каток твоим чаем. Нет, ты что? Пожалуйста. Ну, сори. Ну, пожалуйста. Он хороший уже. Да он не хороший. Смотри. Хотя, не, нормальный. Блин, у Сереги перспективный каток, смотрите, у него он шире. Ну да, я вкладывался в производство. Вы сейчас наш круг превратите чисто в лед. Так это же и хорошо. Давай, как в КСК от первого лица. Серега, хедшот. Где я? Я в Фортнайте. Белый, белый, белый. А давай навстречу друг другу. Давай, кто кого столкнет, типа? Чисто вот так вот в травматологии люди оказываются. Не, я нормально, я умею. Я правым, ты правым. Раз, два, три. Минус один, следующий. На самом деле ноль, более ноль. Так хочется в жбан Риви зарядить. Вот у него такой еще вот. Вот лоб коктейль, знаете, она такая прям детектор. О, можешь коробку держать и в коробку стрельну? Ну, только над своим лицом. Давай. Прицелился, готово? Да. О, попал, вон. Ты руки отморозишь. Да Риви, грей руки в карманах, что ты делаешь? Не надо. Хедшот! Я боковым зрением вижу просто... Шальная залетает! Посмотрите, повтор там человеку голову снесло прямо сейчас! Снайпнули в полете! Я шел, никого не трогал. Так и начинается. О, смотрите, что пингвин тащит! Вот это нам надо! Нас четверо! Так, это что такое? Все, у меня сразу просыпается. Давай, дай, 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 дай. Так, клевые. О, хорошая, качественная. Он завалил Серегу. Он меня когда-нибудь получит. Мы бегаем вокруг трех тюбингов. Когда музыка заканчивается, надо успеть сесть в тюбинг. После выбывания один тюбинг убирается, и так до тех пор, пока не останется два участника и один тюбинг. Врубайте бас. Сейчас. Тихо, блин, блин. Не касаемся их. Куда? Ай-яй-яй. А я сел. Нифига! А Глент не сел. Минус один. Так а что минус один? Ну как две надежды. Ну сейчас посол, когда все закончат. Ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла. А что так низко? Давайте прямо. Опа! Фальстар. Опа! Сколько? Пип! Блин, ну так как-то слишком и очень... О, бородой нырнул. Я проиграл. Руслану страшно. Я тебя уничтожу. Переиграл. Ты не call the boss. Приседай.
Не, это опасно. А-а-а, по руке. О, пингвиной. Это... Ты тихо, оставьте его в покое. Иди сюда. Иди сюда, да. Я тебя не дам водить. Иди. А, о, такой вот приятный бонус. Приятный бонус. Согревайся. Согревайся перчиком чили. Ух. Друзья, да не, мы с Серегой вообще кататься собирались. Снимаю шарфик. Блин. А что? Шапка или кофта? О, я не куртку снимаю. А кого? Ну вот эту штуку. Это нельзя. Нельзя. Мы снимаем только по краю. А-а-а! Тогда я отдаю шапку. А как у тебя прическа после шапки вообще? Офигенная. Показываю. Молодежная. Выдра вылезла из трубы. Ладно, я даю куртку. Дай попробую, погоди. Ты стой посередине, я буду сейчас на краю. Риви, готов? Давай. Уже натяжение создал? Да. Я отхожу. Я лечу! Давай, давай! Я сейчас лечу! Давай! 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 Ё-моё! Он летит! Офигенно! Ой, а что делает? Пингвиной, ты что творишь? Он сужает наш круг. Тихо, он может забрызгать нас. Не формал с перцовкой. Посмотрите. Ну да, типа метр лишились. Ну, уменьшился сам... и уменьшился. Нам вообще не чувствую. Вообще пофиг. Слона будете? Да. Я буду. Давай, мы с тобой. Вы первые становитесь. Окей, okay, let's go. Короче, нужно будет напрыгнуть на слона. Они делают сейчас слона, а мы становимся вторым этажом этого слона. Так, становитесь. Так, тихо. Готовы? Белуги, не готовы. Раз, два. Нормально. Тихо. Нормально. Нормально, я держу. И... Опа! Все, слон, нужно пройти немножко, нужно пройти. Все, правой, левой. Правой, левой. Правой. 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 Левой. Ну, наш слон был крепкий. Ну все, теперь наша очередь. Раз, два, пошел. Держу. Вы понимаете, что я один Серегу держу? Риви, тебе хана. Let's go! Держи. Тут слон чуть не упал. Попа слона неустойчива. Слон вот так вот начал делать. Давай перепрыгивай туда, быстрей. И погнали. Держи! Нормально, пошли. Идем. Правой, левой. Ну посмотрите, миллиметрик. Мяч не пересек, да, линию ворот. Вау. О, это я уважаю. Пингвин, прости. Прости, пингвин. Реально, убери. Серега, доставай перцовку. Ага, вот он трофей. Читаю. Ваша задача попасть из пейнтбольного ружья в цель. У кого больше очков, тот и победил. It's okay, no problem. А, мишени меняются, а сколько выстрелов? У каждого по 5. Так, let's go. О, 2, 3. Да у меня один взорвался просто в полете. Да что ты говоришь. Ладно, поверим. 3, 4, 5. 28 очков у тебя. Нормально. Итак, глянь тут. Ого. Ого. 33. О. 33 у тебя в сумме. Я доволен. Держу. О, это что за тактика? Это тактика прицельная. Ого. 14, еще 8, 22. Так, у него 34. А у меня сколько был? 33. Я обгоняю. Серега лидер. Давай. Итак. Отлично. Первый вообще хорошо. Как рулить? А куда? Не убирай. Ты цель. Нет, ты прицелься. Смотри траекторию, а потом... Закрой левый глаз. Это она не тот глаз закрывает. Стой. Она не тот глаз закрывала. Ну, стреляй как-нибудь. О, и правее. Все правее? Отлично. Отлично, правильно. 5 баллов. 5 баллов. 5 баллов, отличница. Все снимают по одному элементу одежды. О, морозец сразу пошел. Не, перчатки я точно не дам, я лучше куртку отдам. Да, без капюшона тяжело. А холодно-то сразу как? Я так хожу, уже раунд. А дай себе что-нибудь за выигрыш. Офигеть, прохладненько. Вот и перчики пригодились. Они холодные. Блин, посмотрите, мой термос там остался. Жить дотянуться. Не греет? А, конечно. У меня бой с тенью, ребята. Зачем в тени, когда есть я? Пробила. Тихо. Мы с другом играли в петушиные бои. Суть такая, что мы без рук, надо опрокинуть чувака другого или вытолкнуть. Вот это сейчас ошибка. Они сейчас упадут, у них на одежде будет снег, и все, это капец. Зато мы согреемся. Перчик? Спасибо. Нифига, петух какой. Опа!
О, это шарф, это же мне за победу, спасибо. Фу. Приятный бонус. Это же не курица, у тебя даже перьев нет. Без рук, без рук, без рук. Жилистый кабанчик, а бы суп сварить. Давайте, давайте. Борьба! А он не хотел снять пальцы. Евгениус, ты что наделал? Это не по правилам. Холодно. О, идет чупакабрик. А сейчас у нас будет горячая картошка. О, это хорошо. Короче, перекидываем друг другу. Побеждает тот, кто остается последним с картошкой в руках. Может, снимем перчатки? Давайте, давай. Давай, картошка. Ой, хорошо. Блин, ребята, это хорошо. Так, замена, 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 замена. Ультра горячая. Ребята, это такой кайф. Ах, ты не вышел, да, еще? Ну, держи. Вот и вышел. Все, новую картофлю. Вот это я понимаю челлендж. Почему вы одной рукой? Ну, мы одной рукой, мы профи. Новую. О, что это было? Опа! О, что это было? Тривими засадулась. Фига, она меня, видели, засадила, я еле словил. Давай, без засаживания. О, да. Возьмите картошку, не пожалеете, она хороша. Ребята, вот почувствуйте этот запах через экран. Такая свеженькая, горяченькая, мигусто картошечка просто. Реально, сразу вот рекомендую идти к маме и сказать: мама, свари сегодня картошечки. Или бабушка, или дедушка, или папа. Она хороша, ребята. Подождите, снимает одежду только Глент или все? Да все. Ну, блин, я не знаю, что мне отдать. Ладно, я пойду на жесткие меры. Ты же перчатки можешь. Перчатки я не отдам. Вот перчатки — это вообще золото. О, как холодно. Ой, хай. Ну, я снимаю шарф. Ну, мне дали бонус такой вот, сори. Какой вот приятный бонус. Нет, бонус — это же как, ну, бонус, это не является частью одежды. Ну, в прошлый раз я шарф скинул как часть одежды. Я недолго здесь еще пробуду. Я считаю, так, что нельзя не просто взять бонус нельзя, и потом нельзя, от него отказаться и сказать, нет, что я сделал одежду. Нет, бонус. А Риви такая: я избавляюсь от перцев. Реально, а давай. А я избавился вон от этого. Сережа, я вообще снимай. В ритузах стою. Это колготки. Это ритузы. Колготки. Вот, ребята, никогда не стесняйтесь носить ритузы. Настоящие мужчины носят ритузы. Вообще в этом ничего противного. Не стесняйтесь признать, что это колготки. В этом ничего страшного. Хорошо, нет. Если хотите называть это колготками, я ношу колготки, окей. Но в этом ничего страшного нет. Потемнело немножечко, из-за этого стало холодно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это ритузы. Что это такое? Вот это ритузы. Надо в следующих челленджах поднапрячься реально, потому что это уже прохладненько. Все, я настроена серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пингвин! Нет, пингвин, подожди! Это мне! Разогревы для одежды. А холодно-то по-настоящему. Ребята, смотрите, клею наклейку на живот. О, офигеть, это прогрев. Подарю одну кому-то. Сейчас осталось придумать челлендж. Готов драться с ними. Я тебя умотаю до первой крови, готов. Давай, погнали. Реально во дворе чел. Опа. Красава. Вот так вот. Нет! Командный игрок, ваша задача — забить гол в ворота из круга. У каждого по 5 попыток. У кого больше голов, тот и выиграл. Ну, теплообмен. 5 ударов. Кто больше голов забил, тот победил. Как тепло, ребята. Мы очень рады. Да ладно, давайте на ЦУЕФА, тому и дам. Ну и придумалось лучше челленджа. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ты об отлете. Раз, два, три. Клею себе на ногу, потому что в ноги очень холодно. 5 ударов по воротам, но это же легко. Щеточкой так. Оп. Красава! Красава! Ладно. О! Есть гол. Ладно, я думаю, что я все равно выиграю всех. Но у тебя только 3 пока. Хочу сделать мега коронный удар. У тебя только 3 пока. Краса. Это до свидания, это не, все. Блин, я не знаю, как я. Что-то увлекся челленджем, подумал, что я и так уже выиграю. И я просто полетел. Давай, вперед. Давай, все, потеряйся. Мы здесь выигрываем 100 тысяч рублей. А принеси нам мячик поиграть. Я должен был выигрывать, потому что у меня еще полный комплект одежды. У меня грелка на животе. Все это понятно. Итак, ладно. Я точно не вылечу. Раз. Смотрите, 5 из 5. Экономисти, 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 экономисти. Голь, 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 голь. Третий удар. Ой-ой-ой, было опасно, было да опасно. Да я так и целился, ребята, вы что? Четвертый полетел. Все, походу я точно не снимаю одежду.
Мне нужно как-то забить все 5 голов, потому что я следующие буду снимать штаны, а если я их сниму, то все, вероятно, все, я проиграл. У меня дальше только там трусы. Щеточкой. И есть! Я бью не на силу, а бью на точность. Так. Он точно не попал. Риви, пожалуйста, не забиваешь 5, тоже снимаешь одежду. Так, окей. И... Пожалуйста. Нет, Серега официально победил челлендж. Ну что, сдаем одежду на вазу? Так, перчатки я не отдам, потому что в руки должно быть тепло. Я не могу отдать эту кофту, потому что у меня под кофтой вот такой вот какой-то свитерок. Он прям полупрозрачный. Надо снимать ритузы, ребята. Так, а я снимаю свои штаны, потому что худи мне еще очень нужно. Еще один челлендж. Глен точно выбывает, Риви точно выбывает еще. У Сереги мощная кофта, вот она его очень спасает. О, да. Если шапку сниму, у меня еще капюшон есть. Походу, вы уже догадались, кто победит в этом челлендже. Не, мы позиции не сдаем, не надо, Серега. Я так просто не сдамся. Стоит человек без штанов. Ритузы отдаю. Так. Посмотрите, Глент, труселя. Нормально. Так, ребята, чтобы вы не мерзли, я новый пингвин. У меня челлендж. Давай. А ведущий крутит канат по кругу, а ваша задача его перепрыгнуть. Кто остался последний, тот выиграл. Не, это буду я. Давайте, let's go. Ля-л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 я. Закалочка, закаляйся. Погнали. Так. Жесткое месиво пошло. Давайте. Ё-моё, ты... О, Риви! Риви, было касание. Риви, пожалуйста. Нет. Минус, минус, минус. Одежду на базу. Но сначала, погоди, дай доиграем. Ну что, финал. На мужика. Все, игра пошла, запрыгиваем. Не чувствую, не чувствую. Кручу. Есть, было. Я точно по кому-то чиркнул. Так что, Си, этот пельмень сейчас просто снимет шапку. Как жаль. О, Риви, кофта пошла. Ой-ой-ой. Так, ребята, чтобы не тормозить, я за новым челленджем. Так, ребята, берем по шарику и по насосу. Догадались, что надо делать? Да. Накачать. У кого первый лопнет, тот и победил. Все, раз, два, три, погнали. Качай, 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 качай. Серега проигрывает, ребята. Работайте, согревайтесь. У меня бицепсы устали. Давайте, 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 давайте. Вам не кажется, что должно очень громко хлопнуть? Больше не холодно, кстати. Ого. Yes! Я видел это, кажется. Так, Серега, снимай быстро одежду. Кыш, я за следующим челленджем. Я снимаю перчатки. Голос для Риви. И новый челлендж. Берите перчатки. Ого, это такая прелесть. Да, но это на раунд, ребята, это только на раунд. Ой, какие теплые. О, господи. О, очень теплые. Итак, челлендж. Серега, это твоя коробка. Окей. Глент, твоя по центру. Да. Ты здесь. Итак, кто первый доберется до подарка, тот и выиграл. Погнали, начинайте. Открывать подарки можно только при помощи этих неудобных перчаток. Поторопись, поторопись, на кону драгоценная вещь, которая сохраняет тепло. Ребята, очень много на кону, торопитесь, торопитесь. Так, Серега максимально близок, у него уже видна картонка. И клоун-кола. Там надо повтор сотреть. Я первый был. Серега, первее. Все, я не могу, я сливаюсь, это невозможно. Я могу снять просто последние элементы. О, нет, все. Спасибо. Желаю удачи, Риви, порви его. Давай, давай. Был эпичный батл, но, ребята, если честно, холод не совсем передается через камеру. Даже я сейчас в этой одежде, мне холодно, и руки очень-очень мерзнут. Не представляю, каково ребятам. Риви, что скажешь, как ты еще держишься? Ты еще готова пойти в следующий раунд или... Я готова. Так, подожди, у тебя осталось всего две вещи. Не, она еще не сняла в этом раунде. Ребят, что-то очень-очень холодно. Ты меня снимаешь? Ты что? Тут плечи замерзнут, руки замерзнут. Ой, что на твои... Это же руки! Вы посмотрите, у нее спина голая! Так, если что, для пояснения покажи. Эта штучка, это звук, чтобы нас было хорошо слышно. Итак, ребята, вы готовы к следующему челленджу? Да, конечно. Давай! Ты давай, еще давай. Держишься? Держусь, держусь! Точно! Давай. Да, держусь! Вы стойте, ребята, я хочу вам сказать, в любой момент вы можете пойти домой, и там ждет банька. Вон там вот наш деревянный домик. Играем дальше? Играем, играем, играем. Итак, челлендж, держи. Один замок тебе, один тебе. Это вам для записи. Как у вас с математикой? Плохо, очень троечка. Плохо. Троечка. Итак, ребята, здесь зашифрован
А, стоп, это я, тормоз. Но было бы так эпичнее. Здесь зашифрован код от замка. Кто первый его откроет, тот выиграл. Время пошло, ребят. Вот, 13 минус 5. Сначала умножают, да, потом 3. А как это? Ребята, а подписчики, пробуйте тоже что-то посчитать. Ребус перед вами. Участники тоже перед вами. Let's go. Так, умножение сначала же, да, идет? Что? Что получается, ребят? Если вдруг вы ответ раньше генерировали, напишите об этом в комментах. Великие математики собрались, чтобы разгадать эту величайшую загадку. Так, я уже пошел, я пошел. Что-то не то получилось. Что-то двухзначное получилось. Пересчитывай, Риви, быстрее, надо пересчитать. Я уже считаю, Риви. Я одну не знаю, но я пошел методом цифр. Что? Это невозможно. Так, у меня всего лишь 10 цифр на проверку, если я не тупой. Да, я открыл! 2, 4, 8, и это 3. И замок открыт. Сергей победил! Итак, ребята, что делаем? Продолжаем участвовать в челлендже или... Я тебе разрешу шапку снять. Ну, на самом деле, я чувствую, что я еще выдержу немножко, поэтому я принимаю твое предложение. Ой! Пожалуйста, мне не жалко. Итак, следующий челлендж, кстати, будет от меня. Я его только что придумал. Итак, я сейчас где-то поставлю бутылочку клоун-колы. Куда-то в круг. А ребята с закрытыми глазами должны будут ее найти. Кто нашел, победил. Ребята, сейчас закрывайте уши и напевайте какую-нибудь песенку. Окей. Готово! Все? Да, да, можно начинать. Так, ищем бутылку. Ищем. Так, тут уже все, тут уже граница, осторожно. Сережа тоже, стоп. Тут уже тоже нельзя. Серега танцует брейк-данс. И Серега танцует брейк-данс! Риви нашла! Отлично! У меня была идеальная тактика, я мог выиграть. Она же холодная! Зато вкусная! Тихо. Так, Серега, ну что? Меня разоружили. Снимаю кофту. У него еще две кофты сверху. Итак, сейчас будет челлендж. Ну, он без наказания и без бонусов. Просто, ребята, 5 минут оставляю вас здесь погулять. А можно сохранить себе шарфик? Давай, конечно нельзя. Зачем призналась? Ребята, если что, в любой момент можно на базу. Давай, Риви. Серега, это грязный трюк. У меня 5 минут. Это карма. Тихо, осторожно, не забывайте про круг. Ладно, ребята, есть челлендж. Он очень простой, называется камень, ножницы, бумага. Ай-яй-яй-яй. Играем до 3 побед. Окей. Кто выиграл, остается в одежде. Раз, два, три. Так, ну, это 1-0. Уй. Раз, два, три. 2-0. И раз, два, три. Победа. Но Серега мощно двигается в этом челлендже. Ладно, все, я выбегаю из круга, я больше так не могу. Зато я выбегу, я чуть-чуть. Беги, Риви, бедненькая. Риви побежала в дом греться и... Так, меня тоже здесь не должно быть. Серега победил! Кто бы подумал? Это я, да, действительно. Я в шоке от Риви, она реально держалась даже дольше, чем Глент. Она стояла практически без одежды и у нас минус 15, наверное, градусов. Риви, респект тебе. Так. Конвертики. Какие теплые, посмотрите, огненные денежки. Все, я побежал в баню греться. Ребята, молодцы, челлендж получился веселый, зимний. В любой момент открывайте это видео и получайте зимнее настроение. Вот так вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. На с вами был я, меня зовут Влада4, Глент, Серега, Риви. Всем, ребята, пока!